Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как найти друзей, никак не уживаюсь со своей группой в университете, чувствую себя изгоем, хотя раньше хорошо общались. Многие отвернулись, те, с которыми раньше хорошо общались, уже не хотят дружить. Есть только одна подруга в группе, с которой очень хорошие отношения, мне важно общение, не могу быть одной, потому что тяжело, когда нет поддержки и понимания. Пишет Жасмин. Ну что же, давайте мы с вами здесь обратим внимание на два основных фактора. Во-первых, вы пишете, что раньше хорошо общались, потом многие отвернулись, те, с которыми раньше хорошо общались, уже не хотят дружить. Значит, здесь есть факт того, что что-то изменилось. То есть, если раньше все было хорошо, да, общение было. А теперь общения нет. То есть теперь общение изменилось, оно ухудшилось. Вот. Соответственно, нужно увидеть, что изменилось. Вот, изменилось что-то ли в вашем поведении. Если изменилось, то нужно это увидеть и скорректировать возможным. Либо признать, что вы изменились, и, соответственно, уже подстраиваться под эти изменения, которые произошли. Это первое. И второе. Значит, вы говорите, что вы не можете быть одной. Это про непринятие чего-то в себе. Соответственно, это вот когда какая-то часть личности человека вызывает боль, да, вызывает непринятие, вызывает желание убежать от этого. Соответственно, люди здесь воспринимаются как некий такой отвлекающий фактор, который позволяет не сталкиваться с чем-то внутри себя, что неприятно, что больно и так далее. Вот. Соответственно, очень важно это увидеть тоже. Очень важно это увидеть, очень важно это заметить, что вы, что конкретно вы в себе не принимаете, что конкретно вы в себе, это получается, отторгаете. Вот. Потому что использовать людей как отвлекающий фактор, значит, ну, пожалуй, наверное, зависит от них. Вот. И, соответственно, вряд ли из этого может быть что-то хорошее. Ну, я имею в виду для вас. Вряд ли из этого может быть для вас что-то позитивное, вот. А дальше. Вы говорите, что нет поддержки и понимания. А поддержки в чем? У вас нет. А вот. То есть, ну, получается, что получается, что вам в чем-то нужна поддержка. Вот. А в чем именно вам нужна поддержка? Это первое. То есть тут, если вам нужна поддержка, то получается, что вы на себя, по-видимому, довольно много берете, вы на себя довольно много взваливаете, если вам требуется поддержка. То есть, ну, по сути, вам тяжело, вам тяжело. И вот этот момент, что именно вам трудно, что именно вам болезненно, вот. Также нужно рассмотреть, вот. Ну и что касается понимания, то это тоже история про то, что вы себя не принимаете. То есть вам нужно принять со стороны других людей, но сами себя вы не принимаете. Соответственно, все эти моменты делают вас менее привлекательной для общения, вот, на данный момент.
И, соответственно, по этой причине вам сложно выстраивать общение. Вот. Те проблемы, которые я описал, нужно решать. Вот. Значит, ну, решать. Значит, в процессе психотерапии, вот. И, соответственно, после этого вам будет куда проще выстраивать отношения с людьми. Вот. Кроме того, необходимо также развивать, значит, свою сферу интересов, чтобы ваши интересы были разнообразными. Вот, чтобы ваши интересы были разноплановыми, тогда вам опять же будет проще выстраивать отношения с людьми. А отношения с людьми выстраиваются на основе интересов. Чем больше у вас интересов, чем больше у вас каких-то увлечений, тем легче вам сходиться с людьми. Вот. Понимаете, да? Вот. Вот такой момент, мне кажется, нужно здесь в любом случае вам преследовать. Вот как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. Обратная связь позволит вам сформулировать базовые постулаты для, ну, для психотерапии. Обращайтесь.